как покрасить новое железо, которое вот в этой какой-то черной смазке. Вот я прям... Вот. Какая бяка. Ой, молодцы люди все, которые делятся в интернете. Я тоже поделюсь. Берем Fairy AOS. Без разницы, что. Ой, ну это я не... Вот. Булькаем. Просто отмываем вот это все. Оно очень даже хорошо отмывается. Вот это вот все мы отмываем. Так. И потом, когда оно высохнет, оно замечательно отмывается. Так. Потом, когда оно высохнет, сейчас покажу. Так, вот, это в пене стирает. Это я руку от пены надо было вымыть. Вот. Эти два, вот, а другие вот эти два столбика я предварительно подготовила. Все, они уже не пачкаются, они уже чистенькие. И, пожалуйста, вуаля, можно их красить. Краска ложится замечательно. Только не знаю, как потом будет, но, по крайней мере, это все прям вот ложится ровненько, аккуратненько. Так что не будем ждать, когда оно там заржавеет. Просто вот эту всю черноту смыли фэри. А то кто-то там уайт спиртом. Нет, уайт спиртом не будем. Оно и так замечательно выглядит.